Хочу представить работу талантливого художника, который принял участие в Golden Time. Художницу зовут Екатерина. И вот очень интересная картина, так как мы здесь уже делегацией пытались понять, что это, но что-то очень приятное. Мы ее назвали как «Возрождение». «Возрождение в жизни». Это и цветок, и какая-то чакра, возможно, чакра любви, чакра жизни. Но эта картина вот у меня, да и вообще у людей, ассоциируется, и у художников, которые здесь, с жизнью, с чем-то позитивным, цветущим, роскошным и красивым. Спасибо художнице за эту картину.